Привет, друзья! Это, так сказать, очень короткий влог, очень короткий по времени и даже, скажем так, экстренный. Мы на Иссык-Куле, мы все-таки приехали в Чолпан-Ату. Предыдущие видео, которые вы посмотрели или которые не успели посмотреть, YouTube-канал у меня заблокировал его, теперь вы его посмотреть не сможете из-за того, что я там поставил композицию Ричарда Маркса. Вот, уж никогда бы не подумал, что композицию Ричарда Маркса из-за этой композиции могут заблокировать видео во всех странах. Ну, в общем, заблокировали, ничего не сделаешь. Я сейчас не об этом, чтобы вы нас не теряли, что мы долго не выходим, так сказать, в эфир. У нас все хорошо, мы отдыхаем, мы в Чолпан-Ате. Если у вас возникают срочные какие-либо вопросы, повторюсь еще раз, вы можете отписываться под этим видео, и я постараюсь либо заснять то, что вас интересует, либо ответить на те вопросы, которые для вас очень и очень актуальны. Поэтому мы сейчас отдыхаем, мы снимаем очередной влог, серию влогов, которые выйдут на нашем канале чуть-чуть позднее, после того, как мы приедем из Чолпан-Аты. Здесь прекрасно, великолепно, хороший воздух, какая вода, не знаю, мы сейчас посмотрим. В общем, мы отдыхаем, вам всего самого-самого хорошего.